Начинается борьба на левую руку у нас. Школьники, 11 класс, 14 школа и Суворовское училище. Первая пара. Борьба на левой руке. Всего 6 у нас будет спортсменов. Сава побеждает. Вторая пара. Вторая пара Маковешера. Техникум информатики и права против техникум машиностроения. Маковей побеждает. Третья пара. Представитель Днестровского медицинского колледжа Осетяна Бондарчук. Осетяна медицинский колледж, Бондарчук аграрно-технический колледж. Головами только не цепляйтесь. Бондарчук побеждает. Следующая пара Сава и Маковей. Сава и Маковей — это группа А, которые спортсмены не проигрывали. Маковей побеждает. Сава проиграл в этой встрече на левую руку. Сейчас группа Б у нас из проигравших. Шарап и Яровой. Слева Шарап. Справа Яровой. Шарап побеждает. Яровой. Или пятое, шестое место. Следующая пара Остянов и Сава, да. И обычно. Сава Осетянов. Суворовцы против медицинского колледжа. Осетянов еще представляет город Днестров. Предупреждение получает Осетяна. Thank you.
Все, степ достаю. Артем побеждает, а Сетяна занимает четвертое место. Бондарчук, Маккавей. Аграрники и машиностроители. Промышленно-строительный колледж и аграрно-технический колледж. Машиностроительный корень Сергей. Шара и сам. Вы не брали, да? Нет. Следующая пара. Шара и сам Артемий. Так идет борьба за выход в полуфинал. Группа Б. Сейчас следующий, кто выиграет, с тобой. Чуть повезло. Шарап побеждает. Будет интересно посчитать очки. Так. Полуфинал, за выход в финал борется Шарап и Бондарчук. Бондарчук побеждает, выходит в финал. Шарап Питин занимает третье место. Финал категории юниоров 2004-2003 год рождения. Шарап побеждает, становится абсолютным победителем. Ой, Шарап. Маккавей побеждает. Но он в прошлый раз не боролся. Все, закончились встречи. И спасибо, Давид, за судейство. Все, давай. Все, мало. Все, побеждаем. Давай, Давид. Все. Все, следующая пара Факира Захарченко. Это мы не будем снимать.